В музее сновидений открылась выставка, посвященная Сергею Параджанову, которая называется «Сергей Параджанов. Сновидения 21 века». Вся жизнь наша состоит из коллажей. Параджанов был мастером коллажа. Собственно говоря, этому и посвящена выставка. Параджанов – тот человек, который уделял очень большое внимание деталям, за счет которого создавалась атмосфера и настроение картин его, да, картин кинематографических и коллажных. Он широко известен как коллажист и по сей день в узких кругах, скажем так. Мне кажется, что для того, чтобы как бы ощутить дух Параджанова, параджановскую атмосферу, да, и это нам позволила именно форма коллажа. В выставке представлены фотоработы Юрия Мечетова, который был фотографом Параджанова. Также представлены коллажи художников, которые были вдохновлены творчеством Параджанова. Ну и, соответственно, мы пытались дополнить все эти фотографии, коллажи своим видением. Я думаю, что это выставка для очень широкой аудитории. Как для детей, так и для пожилых людей, особенно, конечно же, для молодежи, студентов. Здесь есть интерактивные элементы выставки, аудио, видео. Несколько раз, да, придя сюда, вы можете найти что-то новое в этой выставке. Посещение выставки подарит такое неизгладимое впечатление от самих же себя, от своих ассоциаций, от восприятия своего фантазирования, как мы реагируем, что мы видим, что мы замечаем. Фантазия человека о самом себе гораздо больше, чем его биография. То, как мыслит себя человек, то, как он себя представляет, его воображаемое о своей личности гораздо больше, чем какая-либо искусственно существующая реальность. Он пытался сделать то, что не удавалось многим. Он выдумывал более интересные ракурсы. Он выискивал эмоциональность. Он это все совмещал и выдавал очень хорошее качество и картинку. Одним из последних увлечений Сергея Иосифовича было создание шляп. Здесь представлен светильник в виде шляпы. И хочу пригласить всех на нашу выставку. Приходите и увидите все своими глазами. Эти работы действительно достойны внимания. Выставка «Сергей Параджанов. Сновидения 21 века» проходит в Музее сновидений по адресу улица Чигорина, 55, четверги и пятницы с 17.30 до 19, суббота и воскресенье с 13 до 17. Выставка будет длиться с 15 февраля по 16 марта. Также в течение всего месяца прохождения выставки будет множество интересных событий в музее. Приглашаем зрителей программы «Путеводитель выходного дня» в Музей сновидений на выставку «Коллаж. Сергей Параджанов. Сновидения 21 века».